Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Так, открываем с собой последний сундучок, который у меня был. Кристалл и странный кувшин. Ничего хорошего мне не выпало. Кстати, нужно заполнить опять здесь все сундуками. Так, Мэнни. Блин, я не могу прокачать, потому что у меня нету 4000 монет. Ну что, друзья, сегодня попробуем добраться до 300-й миссии. Даже, я бы сказал, до 301-й. Так что вперед и с песней. Ох, ё-моё. Подожди секунду, давай подумаем хорошенько. Здесь нам нужно поменять команду. Хотя, погоди, зачем нам менять? У нас есть курица, да? У нас есть дедок. Яд, Гринч. У нас есть Мэнни, который будет бомбить по дальним юнитам. Давай попробуем. Я думаю, что это как раз идеальная команда. Причем здесь курица есть, которая вот этих бегунов сносит практически моментально, с одного плевка. Но это не точно, потому что здесь все-таки уровень у них крупный. 26-й, 24-й, какой там еще, я не знаю. Плюс ярость, об этом тоже не стоит забывать. Слушай, слишком, по-моему, круто начали, ребята. По-моему, слишком круто начали, я тебе говорю. Цветочный дед, вали. Отлично, давай следующего. Блин, он один не справится, он один не справляется. Так, курица мне в помощь. Отлично. Только за счет курицы, наверное, мы с тобой здесь, наверное, сможем справиться. Но это, опять же, не точно. Фух, неужели у нас получилось все-таки, друзья мои, пробиться маленько, а? Смотри, сколько у меня осталось здоровья. Почти половину отняли эти охламоны. Так, еще вызываем с тобой Мэнни. Так, дедулю. Давай. Я не могу понять, кто его хиляет, этого дракона. Вот так вот сделаем с тобой. Жестко. Да, начало такое было, согласись. Напряженное, я уже думал, все, сфейлимся. Но на последних секундах все-таки выровнялись и победили. Так, значит, следующая миссия у нас. И смотрим, что у нас тут. С бомбочкой, чувак. Опять же, этот с топориками. Да, вот этот, конечно, сильный. Сильный крот. Насколько я помню, это наездник. Типа рыжая джина вроде бы, да? Слушай, может быть, нам поменять с тобой? Если я возьму, например, вот эту команду. Давай-ка попробуем. Протестим, так сказать, ее в экстремальной ситуации, да? Я думаю, что она должна проявить себя, в принципе, неплохо. Курицы, конечно, нету, кстати. Я только сейчас увидел, что Полли можно было прокачать. Ух. Так, мы минусанули, да, чувачка? Отлично. Так, а это у нас Ольга Протыкательница, или как-то ее? Натыкательница. Ты смотри, какая, а, жучара. Побежали вместе. Так, вызываем Дуппи. Не подпускайте эту охламонку к нам. Замечательно. Так, вроде бы справились, да? Ну куда ты бежишь, а? Жестко он, кстати, когда взрывается, он прихватывает все-таки с собой наших бойцов. Что делает этот эльф? Я никак не могу понять. Со своей перчаткой ходит, машет. Очень медленный, кстати. Опять эта Ольга идет, а? Шикарно. Давай, наверное, сюда яд с тобой плеснем, чтобы никто уже не выбегал отсюда. И есть контакт. Ну что, вторая победа у нас. Идем прекрасно, идем ровно, без помех. И загадочный раф нам выпадает. Ну что же, а мы с тобой двигаемся на следующую миссию. И здесь заработаем немножечко голды. Так, пошла легендарная карта второго уровня. Это у нас, насколько мы помним, робот. И здесь. Взять эту команду, нет, фигня получится. Давай-ка, наверное, вот этой и продолжим. Меня здесь подкупает наш стрелок. Он очень мощный и бомбит издалека. Так, а здесь у него толкатель еще есть, да? У него здесь толкатель.
Ну ладно. Так, цветочный дед. Давай, готов? Беги. Фига, у него паук Фида. Смотри, какой. Весь просто в этих... в кристаллах. Весь оброс. Твою налево, там у него еще, оказывается, и кузнец. Эй, паучар, отвали от нас. Ты смотри, что делает, а? Так, этот робот идет, блин, это плохо. Ребята, это плохо. Он же сейчас будет бомбить. На, оттолкнули его чуть-чуть. Он пошел вместе с нами, молодец. Так, они бьют перегородку. Давай, 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 влупляй. Так, дед алкоголик отдуплился. Вот, началось. А хотел, знаешь, он бомбил по этой, по перегородке. Ну, закалите ее. А мы здесь вот так с тобой яд плеснем, все. Слушай, какие-то поединки уже пошли довольно-таки серьезные. Опа. Мне, кстати, очень дали много денег, и я это все дело сейчас приумножу. Переходим на 204-ю миссию, но перед этим я, наверное, все-таки прокачаю, да, нашего стрелка Полли. Получает он у меня 5-й уровень. Ну и хотелось бы, конечно, прокачать мне нашего крота. Но там нужно... Хотя, подожди, у нас хватает. Отлично. 8-й уровень. А у него на 15-м, да? Получается, что скорость атаки увеличена на 100%. Ничего себе. То есть он будет бомбить, как из пулемета, что ли? Ну что, давай, наверное, попробуем сейчас вот с этим отрядом справиться. Тут у него загадочный Раф. Я вижу, у него хил. Так, а вот это, по-моему, арбалетчик. Я могу ошибиться. Давай проверим. Слушай, Дупи, может быть, нам Дупи сменить, а? Что-то от нее здесь мало как-то толку, если быть честным. Упс, я опять не то, да, сделал? Так, ну-ка. Раз. В плане. Ух, ёк-макарёк, это же как так получилось-то? Не понял. Почему цветочный дед не справился с этим, с копейщиком? Вот объясни мне, а? Так, ладно, раз вы так, гаденыши, да? Будем тогда по-другому разговаривать с вами. Так, ну что, в первую очередь, наверное, выпускаем курицу, потом цветочного деда. Нет, вначале цветочного деда, а потом курицу. Вот так вот будет эффективнее. Да, так оно будет получше. Вот и все. Так, выпускаем с тобой дальше Мэнни. Давай, 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 Рафика этого переманивай. Да ну. А вот это вот плохо. Давай-ка Гринча позовем в помощь. И еще одну старикашку. Так, этот бомбит по своим же. Молодец, красавчик. Так, и действуй дальше. Опять этот псих бежит. По красоте. Так, минус Раф. Слушай, а если мы еще с тобой поставим одного Мэнни? Они сейчас просто забомбят издалека, да? Так и есть. Да, против стрелков не попрешь, согласись. 6 монет, 20 опыта и куранок. Ну что же, двигаемся дальше. 295-я миссия. Я смотрю, здесь есть заморозка. И, кстати, вся колода сделана на бегунах. Хитро, но для нас это, друзья мои, не помеха. Да и Трипер какой-то против меня играет. Ну что же, Трипер, сейчас мы будем тебя уничтожать. Не веришь? Ох, тихо! Вот это я... Вот это да, ребята, офигеть. Это называется, я недооценил врага. Так, ну что ж, давай тогда дальше будем. А, сейчас, наверное, сменится все-таки противник у нас. А я бы, конечно, сюда... Нет, не сменился. Так, ну что же, давай тогда сделаем... Как тут лучше-то? Он три бегуна сразу вызывает. Если мы вызовем цветочного деда... Плюс курица. Поможет ли это нам? А он еще и заморозку, прикинь. Ну ты жучара, а? Ну ты жучара. Давай, Гринч. Да.
И Гринч тоже мне здесь не помог. Ты прикинь, как он сделал? Он еще и заморозку там врубает. Ну, чепушил, я же тебя сейчас разорву. Я тебя сейчас просто разорву. Если мы возьмем с тобой вот этих, к примеру. Поехали. Слушай, а можно было бы взять просто электрическую бурю и всех одним взрывом нахлобучить? Как вариант, да? Да чтоб тебе, ну. Ну ты серьезно, блин? Не катит. Все, короче, он напросился. Где у меня буря? Ну тут на самом деле фиг. А, мы можем даже не бурю сделать. Все. Сейчас мы сделаем с тобой немножко по-другому. Поставим ураганчик вместо... Вот так вот. Значит, сделаем ураган, сразу потом отравление поставим. Они там отдуплятся, ну а дальше нам надо будет только... А, у него уже заморозка еще есть. Фиг с ним. Попробуем. Так, три и... Ага. И яд. Ха-ха-ха. Вот о чем я тебе и говорил. Твою налево, он со своей заморозкой уже заколебал. Так, минус. Окей. Так, вот этот псих бежит, ребят. Но он ничего здесь не сделал. Вот и все. Доигрался, короче, парнишка. Команда с бегунами ему не помогла. Хотя изначально, да, тактика была неплохая. Но мы ее раскусили, поэтому... Все, видишь, он там кричит врача, а врача-то и нету. Ну что же, забираем свои награды и двигаемся дальше. 296-я. Ну кто здесь у него? Я смотрю, Полли. Так, бегуны, Фидо. Да нормально. Главное, что у нас есть ураганчики, если что, мы их сможем с тобой сдуть, да? И, естественно, поставить их на яд. Так, давай ко мне. Ать, цветочного деда сносит сразу же, да, получается? Фидо, вали отсюда. Чуть-чуть не хватило ему там отдуплиться. Блин, Мэнни пришел. Слушай, он сейчас будет стрелять издалека. Так, срочно, мне нужны дедули, амуры. Блин, курица ватная, сразу погибает. Меня такой расклад не очень устраивает. Так, рисанули. Так, паучка, валим паучка этого. Двоих, что ли, сразу забрали? Офигели? Ха, Гринч не смог отбить. Давай еще куриц. Да, по-моему, все, тут крышка ему. Да. Паучок Фидо не помог. Ну что, нам остается совсем чуть-чуть, и мы с тобой перейдем. Кстати, я забыл прокачать Янси. А ведь у него и хватает карточек для прокачки. Так, секунду. Янси, где-то у меня. Денег-то у меня хватит хотя бы для прокачки-то тебе. Вот он. Нет, нужно 2000 монет. А что у него на 30 уровне будет? Иногда оживит погибшего героя с 30% жизни. Ничего себе. Вот это ты крут. Здесь, ну, ребят, ничего сложного нету. Команда сделана упором на танков. То есть кузнец, Янси, волосач и толкач. Плюс хиллер, алкоголик и заморозка. И если он думает, что он справится против моего ураганчика с ядом, то пускай об этом забудет. Я вызываю Гринча, цветочного деда, деда Амура. Если что, мы в любую секунду их сможем сдуть. Так что не волнуемся. Так, толкатель вышел. Давай.
На тебе. Так, еще один цветочный дедушка. И яд. Смотри, что делает, а. Заморозку применил. Вот же гаденыши. Так, Гринч, давай-ка на помощь выходи к нам. Цветочный дед. Да все, по-моему, ему крышка. Тут он уже ничего не сделает. Давай, 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 танцует там, стоит. Он что, с одного удара сносит мне? Или мне показалось? Цветочного деда вроде бы волосачи сносит с одного удара. Ну все, 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 сдох. Арена мастер отдуплился. Наивный Буба. Этих Буб у нас с тобой столько уже. Кстати, а здесь мы с тобой заберем кристаллики, если выиграем. Опа. Ведьма Бернадет, ничего себе, как она выглядит. Это какой у нее 8-й уровень, да? Понял. Так, это у нас Терминатор 72. И такой миленький котеночек. Ну что, Терминатор? Так, у него Дупи тоже есть. Плюс дракон. Дракон-псих я его называю, потому что он бежит, сломя голову, и начинает плевать по всем. Поэтому начинаем вот так вот. Так, тихо, Гринч-то здесь как бы не особо мне нужен. Ну, зашибись, весело начали. Куда ты бежишь? Ух ты, пламя, оказывается, у него есть, ты понял? Он применяет пламя. Окей. Так, тут еще Дупи-то бежит. Давай курицу вызовем. Эх, зря, 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 зря. Ну, да куда ж ты бомбишь-то? Трэш. Так, у него тоже Гринч, да? И мы своего Гринча вызвали. Так, давай курицу. Вот так вот мы с тобой сделаем. Достали они уже там. Есть контакт. Ну что, Терминатор, я смотрю, тебе уже не так весело, да? Иди отсюда, плевака несчастный. Так, Гринч начал своего же бомбить. Он все со своим пламенем, да? Он мне уничтожил там дедулик, кстати. Дай ему крышку, по ходу дела. Ну. Заплевали. Мои курицы его просто заплевали. Ну что, я поздравляю нас с победой. 80 кристаллов. Неплохо. И выпадает нам мистер Остроносый. Ну что же, переходим на следующий поединок. Это уже, по-моему, предпоследний. Так и есть. Ничего себе кузнец. Фига, у него тут прям как молот Тора. Это у нас Рена. Мы будем драться против Рены. Команда полубегунов. Так, у него есть шаман. Такая неплохая сборка, в принципе. Но у него нет заклинаний. То есть нету ни отравления, ни замедления, ничего нету. Поэтому давай смотреть, кто кого. Так, он сразу детка начал вызывать, да? Ага, губешки закати обратно. Губешки, говорю, закати обратно. Ну, цветочный дед, конечно, против кузнеца, это фигня полная. Но если я вот так вот вместе буду драться, то вполне даже ничего. Так, давай, 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 пробиваем. Опять у него, да, этот старикашка там. Старичок. А вот это вот не надо делать. Ай-яй-яй. Молодец, шаман сыграл на нашу сторону. Сейчас я вызову еще одного Гринча, чтобы мы могли с тобой восстанавливать наших павших бойцов. И яд. И, по-моему, конец этой арене. Мы ее победили.
Загадочный Раф нам выпал. Ну вот и 300-я миссия. Что у нас тут? Лепрекон, я вижу. Полли. Загадочный Раф. Чувак с бомбочкой. Бегунок. Гретта. И толкатель. И уровень у него 30-й. Но это арена мастер, то есть это бот. Но если это бот, то мы с ним, естественно, справимся. С ним будет проще всего. Когда идут колоды от реальных игроков, с ними как-то посложнее тут драться. Так, ну что, наверное, сразу яд сюда выпустим. Не успел он своего поля, как говорится, применить. Да чтоб тебя. А он еще когда толкает, наносит урон, оказывается. Все, я понял. Так, Раф. Да чтоб тебе. Так, минус Гринч. Ой, Гринч. Ну ты понял, да? Гретта. Ух, ё. Ты смотри, что делает этот Раф. Слушай, сейчас будет, по-моему, очень больно. Кому-то. И, скорее всего, это будет нам больно. Нет, он не успел стрельнуть. Так, ну что, наверное, надо валить, я так понимаю, этого Полли. А кто его уничтожил? Я не понял. Все. Арена мастер спекся. Сундучок шикарный. Так, 34 монеты. Опыт. Загадочный Раф. И выпадает нам паучья попка. Слабоватые, конечно, награды. Хотелось бы что-то пошикарнее получить. Так, может быть, здесь нам что-нибудь получше дадут. Домохозяйка Анжела. Плюс друид алкоголикс. Паучья попка. Пиратский ром. И огненный столб. Ну что же, мы с тобой разблокировали 16 главу. Так, начнем ее проходить уже в следующей серии. А сейчас, знаешь, что я буду делать? Набивать карты. Ой, карты, ну ты понял, да? Набивать сундуки, потому что ни одного сундука у меня нет, а они мне нужны. Ох, ничего себе тут. Блин, вот этот охламон 3-го уровня. Сможет ли мой дедушка Амур его переманить на свою сторону? Не знаю. Плюс еще тут робот 15 уровня, офигеть. Сейчас будет жесткая битва. Серьезно тебе говорю. Сейчас будет битва титанов. Если не круче. Блин, явился, не запылился. Давай, толкай там. Вот, об этом я и говорил. Так, у него старик там еще, оказывается, есть. Жестко. Ну ты смотри, что-то... Оу, щит. Так. Хотя, блин, вот этот мне не нравится, ребят. Гринч, выходи, пожалуйста, ты мне здесь нужен. Неужели мы с тобой прошли? По-моему, да. Блин, вот как не вовремя ты появился-то здесь, а? Ты дичь, он своего же этого грохнул, прикинь. Своего главного. Так, ну что, награды, все отлично. Давай еще сундук с тобой набьем по-быренькому. Нам нужно 3. Так, этот сразу ставим на открытие. И в бой. Опачки. Курятница. Ребята, курятница 5 уровня. Брок. Так, вот что мне здесь сделать? Ты посмотри, здесь еще этот бегун. Я, если честно, не знаю. Это же хиляет у нас, насколько я помню, да? И хиляет, причем очень серьезно. А здесь 2 танка довольно сильных. Как это все будет выглядеть, пока не знаю, ребят. А это еще отражает урон, насколько я помню. Не буду я пока ничего применять. Вот теперь буду. Так, Полли, да, там выскакивал. Ну, этого надо бомбить.
Есть, успели. Так, теперь вот эту пакость. Курятница вышла, ребята, курятница. Все, улетела отсюда. Да не может быть. Неужели пройдем? Скорее всего, да. Все, ребята, очень даже неплохо. Так, забираем свои награды и получаем, опять же, обычный сундук. Так, здесь у нас что? Лорен, 8 уровень. Ох, ёк-макарёк, 20 уровня. Слушай, это же Тина. С ней тяжело будет справиться. Она будет, по-моему, моих дедулек вот этих с пулточком выносить, насколько я помню. Чё? Во-во-во, бежит, бежит, бежит охламонка. Так, мне нужен ураганчик. Ураганчик, давай сдуем их отсюда. И яд. Вот она психанула, эта Тина. Так, Гринч, выходи. Так, слушай, ну неплохо. Сейчас мы эту фигню уничтожим. Так, а вот и Лорен. Тоже мы ее вырубили. Опять Тина появилась. Давай, давай, помогай, бомби своего уже. Вот, молодец. Фига, такая здоровая фигня, да? Что там не то опять? Ну, курицы вот эти классно бомбят. Они, во-первых, очень быстрые. Во-вторых, они летающие юниты. То есть вообще шикарно. Забираем свои награды. И последний сундук нам нужно с тобой набить. Да, мы еще с тобой, кстати, достигли Лиги Недостижимых. То есть у нас повышение, видишь? Герб поменялся. Круто, приятно, неожиданно. Поехали. Так, ну и я так понимаю, здесь и противники становятся намного сильнее. 40 уровень, 39-й, 40-й, ты представляешь? Сейчас придется попыхтеть. И плюс еще Мэнни здесь. Ах, друзья мои, что нас сейчас ожидает, я ума не приложу. Но, о, слава богу, у него нет заклинаний. Что? Какое дальше? Сколько перепуга вышла-то эта фигня? Так, нам нужен ураганчик с тобой. Пускай он их сдует. И яд. Упс. Что-то пошло не так. Да блин, нормально, нормально, нормально. Джина это еще противная тут. Блин, вот с ней, конечно, тяжело драться. Посмотри. Блин, у нее еще и защита это постоянная. Офигеть, что... Эй! Что за дела, я не понял. Гога, вали нафиг, а? Вообще ничего не могу сделать, прикинь. Так, ладно, допустим. Ураганчик. Так, здесь нужно отравить, потому что там стоит Мэнни с своей пушкой. Так, бабуля Гога, за нас. Беги отсюда. Я офигею, вот это трэш. Есть. Да, не так все просто. Но главное победа. Так, скоро, ребята, скоро уже будет у нас 13 уровень. Ну, главное, что на арене мы повысились и наконец-то нам дали нормальный сундук. Ну что, друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!